Не оставаться равнодушным и всегда приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Такой урок из основ безопасности и жизнедеятельности хорошо запомнила третьеклассница Даша Ивашкова из Могилева. На днях девочка помогла прохожему, который мог замерзнуть в снежном сугробе. А ведь этой зимой за январь и февраль причиной смерти почти трех десятков жителей Могилевской области стало переохлаждение. Поступок ребенка заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Это 5-я средняя школа города Могилева. Именно здесь учится Даша Ивашкова. В тот день, вспоминает третьеклассница, намело много снега и было морозно. Дома, быстро выполнив домашнее задание, Даша то и дело выглядывала в окно. Около 5 вечера и случилась история, о которой теперь знают не только в ее семье. Увидела, как пожилой человек шел по дороге и упал. Он упал и пытался подняться. Не мог подняться. Все люди мимо проходили. Никто не мог помочь, дети, взрослые. И потом я позвала бабушку и маму и сказала, чтобы они вызвали милицию и скорую помощь. Выручать из беды побежали всей семьей. Дочка моя переоделась, побежала тоже к этому дедушке на улицу. Вот, вызвали быстро милицию, скорую. Милиция приехала очень быстро, посадили его на скамеечку. Вот, потом скорая. Здесь очень много снега. И почти сравнялся с этим сугробом, который упал. Возможно, именно поэтому его попросту не было видно с земли. К счастью, история закончилась хорошо. Медики оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась. Домой мужчину забрал сын. Такие обращения поступают ежедневно. Несколько обращений в день таких есть. И зачастую это абсолютно разные причины. Это может быть как тяжелое состояние человека, может быть инфаркт, инсульт. Это может быть какое-то дорожно-транспортное происшествие. Это может быть какой-то судорожный припадок. То есть зачастую, да, мы обращаемся, выезжаем ежедневно на такие вызовы. Из-за погодных условий медики рекомендуют не находиться долго на улице, сочетать многослойность в одежде. А если почувствовали, что устаете и замерзаете, набирайте 103. Это основа безопасной жизнедеятельности. Учебный предмет с таким названием преподают в наших школах уже в начальных классах. На таком уроке учат, как находить выход из опасных ситуаций и помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Даша Ивашкова этот урок запомнила на отлично. Мы гордимся, что в школе есть такие дети и воспитываются такие дети. Но, наверное, все равно первоисточником является, я считаю, что это семья. Оттуда идет посыл вот этого воспитания, добра, любви, неравнодушия. Этой зимой морозы и обильные снегопады унесли жизнь почти трех десятков человек. Так, в Климовичском районе во дворе своего дома нашли тело 35-летней женщины. Замерзшим в поле найден житель Шкловщины. В Костюковичском районе на обочине дороги в деревне нашли без признаков жизни 44-летнего местного жителя. Мужчина не смог дойти до своего дома полсотни метров. Берегите себя и помогайте окружающим вас людям.